Был у меня сахар 20. Значит, 4 месяца я принимал ваши, как сказать, кислящие травы. Через 4 месяца 5,9. Это, и ну, я почувствовала было облегчение. Потом 17. Облегчение. Но 27 лет болезни. 9. 9 лет. 27 лет болеть эпилепсией, то есть каждый месяц. И сейчас? Это ждать приступа. Я его не чувствую никакого. Конечно. Это, вот эта усталость. После первого курса я сразу почувствовала. Ну, работаю. Вот. Ну, со зрением у меня проблем сильных не было, но бывает такое, что немножечко так рябит в глазах. Не всегда прочитаешь, немножко темнеет, плохо читать. Сейчас нормально, работаю, давление нормальное. Каждое утро врач проверяет. К бою готов.